ДПС. Кто уйдет отсюда абсолютной звездой? Вы готовы? Я не слышу вас, вы готовы? Тогда ваши бурные аплодисменты! Но, друзья мои, к сожалению, победитель может быть только один. И сейчас мы его с вами определим нашим зрительским голосованием. Итак, Мариночка! Понятно. И Леночка! Ну что ж, друзья мои, с небольшой, но ощутимой разницей побеждает Леночка! Я реально не ожидала. Я просто была уверена, что я вообще не умею петь. Я даже не знаю, как вас отблагодарить, честно. Может, я еще раз песню вам спою? Можно? Почему? Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Можно? Леночка и ее песня. Давай. Если б не платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Уу! О чем ты думаешь сейчас? Глазами бэнь, барабэнь, прогоняй лень прочь, прокачай, что есть мочи ночью или днем. Хочешь, подойдем ближе, в центр взгляды все заберем. Бери себя в руки, не зови, суку, суку, ты со мной. Видишь, ноги, кет, лаки, без драки, тише, братцы, без драки, только танчики, танцы. Теперь давай танцуй, что смущает тебя? Давай танцуй, да не стой ты зря. Спасибо, Павлович, выручила. Ну, деньги сегодня на карту, как договорились. Как вас зовут, кстати? Лена? Елена, так не открывай рот, прекрасный. Ага. Леночка, Леночка, а будьте добры, а со мной тоже можно? Пожалуйста, пожалуйста, конечно. Идите сюда. Вот. Павлович, уйди из кадра. А? Привет. Устала? Ужин готов? У меня для тебя... Маленький сюрприз. Да ладно, вот горячая. Да тут они. Лучше. Пойдем. Что ж может быть лучше-то? Не бойся, но поначалу всегда так. На самом деле это очень приятно. Во-первых, нужно сесть. Садись, садись. Им нужно дать время. Как на работе прошло? Заплатили что-то еще? Нет, можно я сейчас здесь схожу? Ну вещь же, да? Ну вещь, ну смотри, и цвет приятный. Это же Андрюха из Китая заказал, у нас таких просто не делают. У нас вообще ничего китайского нет, Лёв. Я... Слушай, ну это же Андрюха, но он не мог меня как-то, в смысле, там, обмануть или, ну, извини меня, ну, я читал там прекрасные отзывы, ну, поверь, ну, это же раскупит, серьезно тебе говорю, ну. Да нет, я все понял, то есть я говно, и все идеи мои говно. Да нет, Юра, ты не говно, идеи все нормальные. Мы просто, мы все время на этом стопримся, Юр, нужен бизнес-план. Бизнес-план, понимаешь, вот твоя мама... Мама твоя почему-то не требует от меня никакого бизнес-плана, она мне просто верит. Ты опять у мамы деньги брал? Я... Ты так интересно формулируешь, брал деньги. Что ты значит брал? Тебе известно, что такое инвестирование, например? Конечно! Это когда здоровый молодой мужик забирает у тещи пенсию. На вот это вот. На вот это вот? На вот это на что? На вот это вот все? Это что? Ну говори, говори. Скажи. На говно! На говно! Юр, ну что ты заводишься? Я психанула, но
Ты же знаешь, как меня это вывешивает. Послушай, я бы все и вернул. Все и вернул. Ты прекрасно это знаешь. Ты делаешь из меня какого-то психа из меня делаешь. Ты думаешь, мне нравится быть таким? Думаешь, мне нравится? Нет, я сам себя не узнаю. Я вообще, когда вообще такое было, чтобы я на тебя вообще руку поднял? Когда, скажи мне? На моем дыре. Сейчас ты трезвый, понимаешь? Это все, это уже край, это ни в какие ворота не лезет. Юра! Юра, что случилось? О, он тебя ударил? Да нет, мам, все нормально, он шкаф хотел. Если б я по ней целился, она бы здесь уже не стояла, поверьте мне. Юрочка, ну не заводись, ну куда ты пойдешь? Куда? Да куда-нибудь пойду, слушайте, что, я не понимаю, что я, никто, что ли, мне некуда идти, вы меня за кого? Я не понимаю, принимаете, а? Куда-нибудь на вокзал пойду какой-нибудь, подальше от вас. Ну, что ты доводишь человека? Ну, не пьет, не курит. На сторону не гуляет, как твой отец. Это учитывая, что у меня кризис сейчас, понимаете? А что ей говорить? Посмотрите на нее. Говори, не говори. Это все бестолку. Она все прекрасно знает. Ну, дай ей шанс. Ну, нет у человека терпения, но она как-то работает над собой. Ну, ладно, Юр, прости. Ой, Господи, дай сил. Последний раз. Мы же не тряпка, в конце концов. Доброе утро. Доброе вечер. Доча. Чего? А ты приседаешь по утрам? Ну, наверное, не каждый день. После 30 надо каждый день. Как зовут? Я Вика, это Полина. Полинка, а у вас с собой другая форма есть? Вы же понимаете, что вы не сможете в этом заниматься. Важно очень сцепление с пилоном. Вы с ним взаимодействуете и практически сливаетесь воедино. А одежда в этом случае только мешает. Это не из-за эротичности. Хотя эротичность тоже важна. Ну что, попробуем? Делаем две волны. Вторая амплитуда. Шаг на правую. Вис, крутка, под шаг и поворот. Крошки мои, вперед! Давайте, давайте. Беремся руками, плечи вперед, грудной отдел и работаем тазом. Активнее, активнее. Еще вот. Прекрасно. Еще. Координация есть. Поздравляю. Давайте, активнее. Сейчас самый главный момент. Нужно отпустить себя полностью, расслабиться. И руки пошли на пилон. И корпус, и ногами. Раскручиваем себя. Работаем ногами. Работаем. И вес тела переносим вперед. И ногами работаем. Что случилось? Девочки, продолжаем. Вы к нам вернетесь? Здорово. Ну, одноклассник, а чё? Ну, Поль, Поля. Слушай, ты чё, пилона стесняешься? Ну, да это настоящий спорт. Уже по нему целые соревнования проводят, ещё в курсе. Сейчас спрятал за мной, как за жирухой. Никогда так больше не делай, понятно? Ты чё, Мусь? Какая ты жируха? Я тебе давно, кстати, хотела сказать, ты очень сильно похудела. Ты себя вообще в зеркало видела? И вообще, чё я тебя успокаиваю? У тебя парень есть. Ну, парень, если мы вообще не живем даже с ним вместе. А сколько вы встречаетесь? Ну, 3 года. Ну, просто слишком серьёзно. 20-20.
Поль, ну, тебя Юра опять? Не, я сама виновата, палочку перегнула. Слушай, ты с пилоном продолжай, у тебя шикарно все получается, скоро рвать себя будешь на соревнованиях. Ладно, я побежала пока. Ну, Поль. Ну что, ну все. Ищем еще одного сотрудника сюда на ресепшн. Слушай, ну я не ломовая лошадь. У меня даже времени нет маникюра сделать. Вы кому? Муж на час вызывали? Да. Ну, вон, обойди там. Вот компьютер, видишь? Вот нажимаю, видишь? Он на меня не реагирует уже второй день. Чего я там говорила? Чё? Губы очень интересно шевелятся. Это свои? Мне нравится. Господи, вы же транса какого-то занесло к нам. Да. Присаживайтесь. Ну, что-то ноздри как-то попёрли. Нельзя с ноздрями, что-нибудь сделать? Попёрли. Ну, попёрли. Ноздри делается. Обалдеть! Слушайте, а щёки не больше стали? Мне кажется, прям раза в два. Можно их как-то подсобрать? Ну, конечно, нужно просто удалить комочки биша. Шапочки нет. Фантастика. Да. Ну, это просто, ну, фантастика. Ну, да, самому программа нравится. Фантастика. Слушайте, а можно? Грудь. Значит, самое простое. Сейчас. У нас тут все есть. Все размеры, формы. Сейчас мы вам все подберем. А это не мне, это подруги. У нее там просто вообще. Ну да. Подруги. Да, скажите подруге, что операцию можно будет делать только через месяц. А что тут долго ждать? Ну, там надо сдать кучу анализов. Так у нее поликлиника рядом с домом. Надо проконсультироваться с врачами. Пару дней. Подготовиться морально. Слушайте. Она давно морально готова. Ну, операция тоже не дешевая. 300 тысяч. Сколько? От 300. А без почки-то можно делать? Палыч, хорошего дня. Давай, тебе, Иван. Эй, Милькан, ну ты чё? Расслабься, Антонио. Ну что? Здорово. Здорово. Чё ты там отжал, Антох? Ну чё, посиди в телефончике, поиграй. Слушай, Михон, можете вопрос? Ну, конечно. А я по шкале от 1 до 10 на сколько тяну? Вот сейчас я не понял ничего вообще. Ну, типа, как женщина.
это самое, такая твердо уверенная шестерочка вырисовывается, а? Ну что? Держи. Михон, а если вот это все как бы отставить, что я там начальник, там все такое, мне просто честно надо, вот как мужик, мужику, ну, честно, в общем, можешь сказать? Честно. Это что, два? Не-не-не-не-не. Ой-ой-ой, стоп, подожди, погоди, погодь, два. Два, ты думаешь, это два с половиной, я имею в виду, к трем. Паш, ну ты сама спросил, что ты? Да не, ничего, бро, все нормально. Ты сам спросил, Павлович. Вчера что-то потерял, не помню, что работаем, поэтому кулачком. Не искал. Не помню даже, что нашло. Ой-ой-ой, не так нашел. Не спим, мужики, шелестим колготками. Ну, кого просил, нас все про все хватило. Давай еще немножко на поработаем, а? Все кивают головой, и время полночь, да ты со мной. Я по знакомой завожусь, неужели дежавю? Ищу себе проблем на голову, чем-то пропитана душа ловит ритм. Гуляет душа свободная, господу помощь на полную. Ищу себе проблем на голову, я так воспитан, душа ловит, 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 ловит. Не помню, что он давно желал. Мой бизнес-план в бумагах зал. Проблемы заменил. Все кивают головой. Время полночь, да ты со мной. Я по знакомой завожусь. Неужели дежавю? И все у него кисят, ты представляешь? Мне вообще плевать. Добрый день, чем могу помочь? Здрасте, мы по записи в 20:30. Сейчас, минутку. А, мама пластика. Угу. А, это, судя по всему, вы. Да. А вы группа поддержки? Ну да. Ну вот, проходите, на диван садитесь. Я что, такая жирная, что выгляжу как целая группа? Так, тапки, зубная щетка, полотенце. Тапки, зубная щетка. Оль, а что ты так резко решила, что тебе нужно, ну, это? Если бы только это. Ну, ничего, сначала это, а там вообще все по-другому будет. Другая жизнь начнется, Вик. 20-20! Да ладно, это так. Давай. Сейчас, подожди. Давай. Так, у меня большая, красивая грудь. Пухлые губы. Девушка! Сейчас! Изящный нос. Ау, ау! Впалые щеки. Вы пока можете оплатить. Подожди! Четвертый, нет, третий. Нет, давай все-таки четвертый размер груди. И вообще, я буду супер-красоткой. Вам срочно проводку чинить надо. Карты принимаете?
Мне в туалет надо, что-то живот скрутило. Сейчас. У тебя 300 тысяч есть взаймы? Чего? Чего-чего, валим, чего? Полина! Сволочь. Полина, ты просто даже не представляешь, сколько заинтересованных уже. Послушай. Ты вор, Юр. Да ну, Полина, ну я же ради тебя все это делаю. Это воровство. Да ну я не могу смотреть, как ты себя гробишь, а деньги не работают никак. Ну, Полина, послушай. Ну что ты делаешь? Это очень некрасиво. Ну, Полина. Ну хватит, я тебя... Полина, это все... Оставь, пожалуйста. Полина, хватит! Я тебя прошу, хватит! Хватит, я тебя прошу. Хватит, дай сюда. Дай. Безработная скотина. Засунь себе это знаешь куда? Прекрасно. Прекрасно. Хорошо, давай будем каждую копейку считать тогда. Да, давай, давай. Тебе же нравится, когда у меня ничего не получается. Тебе нравится, когда Юра просто как неудачник какой-то. Да потому что ты и есть неудачник, Юра. Я не знал, что делать. Это само собой. Вниз? Вверх! Господи. Что у меня с лицом? Ты главное, не трогай, мы перекись все обработаем. Не трогай. Ты это видишь? Я понял, ты главное не волнуйся. А что с губами? Юра! Не волнуйся. Чего они такие пухлые? Какой-то размер. Что? Ты какой размер? Полина, я... Какой ты размер, Юра? Я боюсь ошибиться, не знаю. Олечка проснулась. Что это? Юра? А что с лицом у меня? Светлана Петровна, это просто... Просто? Деле, да, ничего. Да. Олечка, воды тебе принести? Что это? Давай достану. Что там?
Доченька, ты плачешь? Я такая красивая. Я просто великолепная. Опоздала, троллейбус просто долго ждала. Тихо, стоп! Не надо, без разминки нельзя, это опасно. А, хорошо. Все было так классно, спасибо. Да, весело. Господи, Коль, что у тебя с лицом, а? Я сама в шоке. Я не знаю как, но этот наш ритуал, он сработал, ты понимаешь? Ты посмотри на эти ноги! Посмотри! Раз, два, три, четыре отверстия! Все идеально! Идеально! Слушай, давай ты можешь переоденешься, пойдем поедим, а? Я понимаю, лицо, нос, губы, все очень радует. Но знаешь, что самый хит? Только в обморок не упади сейчас. Та-дам! Что ты такая жестокая? Это у меня ноги болят. Они бритые, и они болят. Может, ты свежим воздухом подышишь? Да ты не понимаешь! Я в отчаянии была, я не знаю, кто вселенная, боги цифровых часов, но кто от меня вознаградил? Не знаю, как все это объяснить! Врач объяснит. О! Привет! Ого! Да ладно! Полинка, привет! Вместе сказали. А ты меня узнал, что ли? Ну да. Не знаю, мне кажется, я так изменилась после школы. Викусь, знакомься, это мой одноклассник Матвей Гордеев. Да. Да. Мы лет 10 не виделись, ты прикинь. Прости. Да. А это Викуся. Надо же. А что ты здесь делаешь? На балет ходишь? Там пируэты. Чао. Нет. У меня тренировки там. Борьба. Борьба? Обалдеть. Ну смотри, не ушатай нас с Викусей. А чего ты в общую переписку не отвечаешь? Мы там встречу собираемся организовать с одноклассниками. Правда? Ты знаешь, я ВКонтакте просто не тусуюсь, но я зайду посмотрю. Ладно. Рад был тебя повидать, мне надо идти. Так жажду после тренировки замучила. Ты заценила, да? Ну, что именно? Ну, типа такая, пойдем выпьем. Ну, ты смотри, прям мистер Покатушки. Что я? Не, ну ладно, кофейку, конечно, можем бомбануть, но ты только усти, у меня времени на одну чашечку. Я человек просто очень занятой. Ладно, я тогда пойду. Приятно было познакомиться. Созвонимся. Да, давай, иди, Викусь, не кисни, у тебя тоже скоро все сбудется. Ну и чё, куда поведёшь даму? Забыл, как её зовут. Эй, подожди! Может быть, вместе пойдём? А? Мы же ненадолго. Ну, я не знаю, как пойдёт. Я угощаю. Ну ты смотри, Вик, он же просто Дон Жуанич, я угощаю. Смотри, и штанишек-то не выпрыгни. Че, Мусь, устала? А помнишь Аньку Кубан? Кубика? Да. Ну, конечно. Все по ней в школе сохнули, Кусь. Ну да. Я даже ее провожал как-то раз до дома. Да ладно. Нес ее тяжелый рюкзак. Ой, господи, а сейчас, наверное, смотришь на меня и думаешь, каким же я был дураком, да, Мусь?
Ну да, ну-ну. Чё ты нукаешься? Всё, ушёл поездочек, замужем я. Здорово. Рад за него. Ну, то есть, за тебя, за вас. За вас обоих. Ой, ладно, ладно, не расстраивайся. Ты вокруг посмотри, сколько девчонок симпатичных. На меня свет клинул. Чё случилось, выклось? Может, тебе по спине постучать? Ладно, девчонки, я же забыл. Мне же ехать надо. У меня работа завтра. Все, пока. Давай! Не, ну симпатичный же парень. Кто, Мотя? Сейчас я тебе покажу симпатичного. Смотри. Ого. Кипяток. Больше миллиона подписчиков. Вот это интересно. Да! Я же могу говорить клиентам, что я так выгляжу благодаря вам. Ну, врать клиентам не обязательно. Но мне вообще нравится, что у вас все свое. Ой, природушка не обидела, конечно, если вы понимаете, о чем я. А вообще-то нет. Но мне нравится ваш оптимизм. Илья Алексеевич, я спешу вам напомнить, что у нас конкурс хирургов на носу. И нам нужны люди с опытом. Я что, людей не запишу, что ли? Или принтер в розеточку не ставлю? Да вы вообще помните, кто это? Это... И вам уже все равно, кого кисой называть. Ну, с понедельника 2 через 2. Вас устроит? Да. Высокий процент долгожителей. А все как? Смотрите, кровь, она застаивается в коре головного мозга. Ведь что такое, по сути, смерть? Это остановка крови. Но эта штука гонит кровь, как бешеная. Смотрите. А? Что-то чувствую. Вот. А ты что делаешь, Юр? Девоньки, секунду. Попробуйте друг на друге. Вот, и не забываем, что только сегодня 2 по цене 1. В общем, вот это вот горох, она уже наша. Другие немножко еще сомневаются. Ты что за хрень устроил? В смысле, для тебя же это дело, чтобы долг тебе отдать или не нужно? Для меня пенсионерок разводят. Ну, какие они пенсионерки, я тебя умоляю. Ну, сейчас по новому закону вообще пенсия когда? Милые дамы, до свидания. Давай, Юра, сворачивай свою лавочку. Светлана Петровна, я же говорил, я не тряпка. Вы извините, конечно, Юрочка, это уже... Не обращай внимания, но она в последнее время совершенно не в себе. Ну, я понимаю, ну не нужен муж, значит, не нужен. Это дело такое. Нужен, очень нужен. Скажи ему. Ну, скажи ему. Да, милая моя, ну что я ему скажу-то? Ну, пожалуйста. Ну, пусть валит, если хочет. Сердце. Сядь. Дыши. Воды! Ой, сейчас принесу. Ой. Значит так, я отсюда никуда не уйду. Ну, разведемся, я тебя выселю. Прими. Опомнись, тебе 30 лет. Ой, мам. Привет, я от него ушла. Ты что? Блин, бедненько, ну все наладится. Че ты? Успокаивай меня, я счастлива. Вообще. Серьезно? Конечно. Что-то поздравляю тебя. Спасибо. Слушай, а можно у тебя перекантоваться пару дней, а?
Я просто сейчас на мели, но я устроилась в такое шикарное местечко, ты обалдеешь вообще. Слушай, а ты не можешь завтра к мужу уйти, а? Почему? Ну, помнишь тот парень? Короче, походу он ко мне переехал. Да ладно! Ну, блин, ну это ж круто или не круто? Я не знаю, вдруг мы с ним не сойдемся там по характеру, в бытовых моментах, я же не знаю. Кусь, перестань, все будет хорошо. Ладно, придумаю что-нибудь, не переживай. О! Здорово! Иди сюда! Ну ты, кто еще-то? Давай! Обрадовался, видишь как? Привет! Слушай, а у тебя каши не будет немножко? Денег, бабла, баблишка. А, просто денег? Да, конечно. А сколько надо? А сколько сейчас стоит квартирку снять? Слушай, ее просто муж бросил. Мусь, ты чё? Это я его бросила. В моей версии тебе было жальче. Так тебе жить негде? Ой, только не надо сейчас, да, вот это вот пользоваться моментом. Я как раз живу один, я постелю тебя на диванчике. Ты, я не собирался совсем. Не, ну теоретически можно въехать к нему, да, на пару дней, пока мне аванс не дадут. Только без вот этого там. Просто полежим, пообнимаемся. Вещички мои захватишь? Яу! Удачи. А где живешь? Я просто в определенный момент сделала какой-то колоссальный скачок вперед, а он остался на том же месте. Бывает. А что это? Паяльник, не надо трогать. Горячий, что ли? Ой. Ах, как хорошо. Что это? Ортопедический матрас, да? Да. Кайф. Я вообще думал, что ты... То есть тебе... Чё? Да ничего, да, в принципе, я и сам могу на раскладушке поспать. Ладно, я не против. Так рано на работу? Проспал! Это очень мятое? Да нет, вроде. Хочешь погладь? Не, это долго. Че, на работу не надо больше? Все. Я уже на работе. А-а-а. Классная работа, я тоже такую хочу. А что ты делаешь? Просто я работаю дома. Думаю, как-то организовывать себя. Одевай. На, не бойся. Только аккуратно. Ну, ладно. Да, это игру я разработал. А что ты не рассказывал-то? Да мы как-то больше о тебе говорили. А я и не люблю про себя рассказывать. Да. Пока еще не очень. Много непроработанных деталей. Слушай, ну волчок крутой, так че он грустный такой, че он не радуется? Он рад. Да, что-то не видно. Может, он какой-нибудь танец победителей станцует? Нет у него никакого танца. Это волк-интроверт, ясно?
он вот так выражает свои эмоции. Никак. А, понятно. Ну ладно, ладно, полегче, полегче. Ну а что я могу сделать? Да, игра еще не окончена, не доделана. А что злишься-то? А? Может, яичницу хочешь? Да. Добрый день. Я могу вам чем-то помочь? Господи, что за глупый вопрос, а? У тебя получилось. Слушай, девочки, я вас перебил. У меня запись. На 1:30. Доктор сейчас подойдет. Присядьте, пожалуйста, на диванчик. А могу вам предложить чай, кофе? Кофе, пожалуйста. Ага. Давай, давай, сделай ей кофе. Кофемашина уже год как не работает. Анжела, я ее починила. Мусор выбросила просто. Все, а? Вот как знала, что с тобой одни проблемы будут. А это мой стиль, Мось. А Илья Алексеевич здесь? Нет. До завтра. До свидания. Илья Алексеевич, кофе хотите, а? Пусти со мной. Ладно. Чего вы домой не идете? Что-то случилось? Кто меня там ждет? Я не знаю. Это не вопрос. Это крик ужаса. Ужаса от того, что дома меня ждет очередная. Я даже не помню, как ее зовут. Я хочу нормальных отношений. Хочу семью. Что со мной не так? Замужем. Нет. Полина, это тебе. Привет, спасибо, пошли. Подождите, пожалуйста, не закрывайте. О, смена, спасибо. Проблем у вас не будет, детей нет. Квартира принадлежала Полине Игоревне еще до супружества. Простите, а ремонт не считается? Потому что это дизайн, это денег стоит. В любом случае, у вас есть стандартный месяц на подумать. О, это прекрасно, потому что, вы знаете, все это в попыхах сделано. Выберите это, как... день, когда вам удобно подойти. Выбери любой, пожалуйста, я могу. Где это? Это что? Это? Ну, это же как раз, я вот, ну, я занят катастрофически, я не могу. Достаточно присутствия одного из супругов. Ага. А видите конкретную дату? Мужчина, подпишите. Ваша супруга все заполнила, вам только подписать. Вот здесь. Где? Здесь. Вот, вот. Угу. Так, ты проверила тут адрес, все это правильно? Да. Данные. Да. Вот здесь. Вот. Я понял, я... Полина, правда, это все какой-то бред. Пойдем. Ну, правда, все у нас будет хорошо. Полина, я не могу. Пойдем. Не будет, Юр. Не будет. Юр, прости меня, пожалуйста, но... Я несчастна с тобой. Ну что? Можно тебя поздравить? Ты чего? Плохо тебе? Нет, хорошо. А чего тогда? Не знаю, прям гора с плеч, так непривычно. Да все к лучшему. Моть. Так трогательно. Ну, правда, не стоило, наверное. Да нет, это... У меня просто день рождения сегодня.
днем рождения, мой. Молодец. Слушай, а вот если бы я с тобой сейчас не жила, ты бы один день рождения отмечал? Да вообще бы не отмечал, как и в прошлом году. Оригинально. А друзья-то вообще есть у тебя? Да я как-то с людьми не особо контактирую, как и в школе. Ну девушки-то у тебя были? Само собой. 2,5. С одной я расстался не так давно. 3 года назад. Вторая была еще в институте. Я ей курсовые писал. Диплом писать отказался, вот она мне и бросила. А что за половина? Ну, это... Аня Кубаткина. Что? Аня. Да это я даже не знаю, как назвать. Она со мной встречалась неделю. Назло своему парню, а потом бросила. Слушай, а чего у нас там со встречи выпускников? Не знаю, по-моему, все в силе. Супер! Знаешь, что нам надо сделать? Мне кажется, нам надо туда с тобой пойти вдвоем, типа мы пара. Пусть Аня посмотрит, какая у тебя девушка крутая. Мне кажется, такое нельзя прощать, мать. Значит, стоит ли удалять комочки Биша? На этот счет ведется очень много споров. Многие считают, что их вообще не надо удалять, потому что с возрастом все обвиснет, особенно без комочков. Поэтому делайте лучше лицевую гимнастику. Это очень крутая штука, вы загуглите, посмотрите. Но в любом случае, конечно, это надо перетереть с хирургом, в смысле обсудить. Ну вы простите, я в ближайшее время, к сожалению, никак не смогу вас к нему записать. Значит, эта сволочь меня принять не хочет. Да вы что? Нет. Конечно, он очень хочет вас принять, но у него это... Битва хирургов на носу. Понятно. Спасибо тебе огромное. Ты выручила. Реально. И с конкурсом очень хорошо придумала. А, так я не придумала. Он у вас, правда, скоро. Я же модель не выбрал. Я знаю. Я знаю, кто нам нужен. Она обалденно красивая и точно мне не откажет. Давайте сейчас я на телефон запишу. Не. Это бесполезно. Почему? Давайте попробуем. Тяжелый случай. Это надо встречаться. Лично, наедине. И долго уговаривать. Ну, не один раз. Понимаешь, она из тех, кто любит, чтобы ее долго уговаривали. Она же еще... Ой, это же лететь надо. Поехали со мной. Поехали. Вы знаете, нет, я не готова принимать участие вот в этих вот ваших уговорах. Не-не-не-не-не, подожди. Нет, ты не будешь никого уговаривать, обещаю. Ты просто как поддержка, понимаешь, ты там все организуешь. Ты как моя правая рука. Ну? Ну ладно. Да, ну только лететь надо прямо... Послезавтра. Ребят, мы здесь. Ура, какие классные. Привет. Да. А мы так и поняли, что вы встречаете. Да ладно. Помнишь, как паренька в школе всех, да, лупила? Защищала Матвея, да? Да не было такого. Слушайте, а кубик будет? Анька, должна. Странно, что ты спрашиваешь. Вы же не особо дружим. Ребят, я так по всем соскучилась. Ну, рассказывайте. Давно вы вместе? 5 лет. Недавно. Аня, пойдем. Чего ты говоришь, какие лет 5? Сколько надо было сказать? 7?
Вот единственный человек, который в жизни выглядит так, как в Инстаграме. Слушай, я на самом деле немножко простыла, но все равно решила к вам прийти. Простыла, ну смотри. Лишь бы комплимент отхватить. Вы шкуры, да? Да ладно тебе, простыла она. Вообще незаметно. Выглядишь супер. Ну, пойдем, пойдем. Тебе, пожалуйста. Слышь, ты что пляшешь-то ко мне? Не вспомни, что она с тобой вытворяла. Да вон тебе, что ты преувеличиваешь-то? Спасибо, ребята. Слушайте, я, наверное, шампанского выпью, если можно. Привет. Привет. Конкретно получили. 5 лет вместе и до сих пор целуются в общественных местах. Как мило. Я очень за вас рада. Сказала она, покусывая себе локти. А давайте за любовь. Давай. За встречу. Давай. 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 Народ, народ. Мамочка, не сейчас. Сейчас здесь будет какой-то конкурс на сцене, танцевальный. Конкурс? Да ладно. Может быть, погнали в другой бар, а? Не надо конкурс. Мы остаемся. Надо конкурс, Малер. Аня? Да, ну я не понял, никого не вижу. Ну что, есть у нас добровольцы? Да, есть, я хочу с вами. Давай, давай, давай. Какой ты скучный. Ань, пойдем. Не-не, да что ты, я на клубу пойду. Ну ладно, Пашка, кошка. Залезай на эту штуку. Потрясающе. Так, ладно, у нас с вами маленькая техническая пауза. А пока мы поддержим нашу смелую, очаровательную Полину нашими аплодисментами. Привет всем, меня зовут Полина. И эту танцевальную композицию я посвящаю своему парню Матвею. Это, собственно, он. Ну супер, аплы Матвею. Ура, ура, и поехали! Что происходит? Просто, да, как-то разогреться, без разогрева нельзя, это очень опасно, да? Разогреться, как интересно. Я думал, что вы тут уже все разогрелись, да? Да? Красоткой стала. Да, она всегда такая была. Я тоже, знаешь, люблю танцевать. Да ладно? Да, люблю. Что? Просто я на людях как-то я стесняюсь немного. Ой, знаешь? Слушай, я тоже раньше такая была зажатенькая, скучненькая, столько всего упустила. Зажатенькая. Ой, нет. Да. Не-не-не. Да-да. Не-не-не-не. Да-да-да. Это же да, не серьезно. Да-да-да. Да нет. Да-да-да. Я влюбляюсь каждый день. Что ты можешь мне сказать? Не-не. Бил бы я все. Не буду это сказать. Ни за что. Особенно вот под эту музыку. Да. Вот так? Я немножечко устал, посижу. Да, я немножечко устал. Мне приходил на туда. Всегда мечтал это сделать. Подсел. Как в маске. Но только когда ты не бежишь. Ну что же сделать, я в тупику за тобой. А ты по привычке бежишь от меня. Ты вся такая из себя, а я простой. Но вместе нам видать. Ну что же сделать, я вновь бегу за тобой. А ты по привычке бежишь от меня. Ты вся такая из себя, а я простой. Но вместе нам.
видать никак. На самом деле тимбинги лишь бы не мимо, но заканчивай быть невыносимо. Холодный день найти, да летаешь на ходу, мне не противно. Я тебе не противный, да и ты не бежишь уже так активно. Ночь меняет день, ты меняешься мигом. Вышло так, что ты просто тень, что я перепрыгнул, когда летел, не зная, где тебя настигнуть. Закрыта дверь, но однажды к тебе найду выход. Я тебя выиграл. Но что же сделать, я вновь бегу за тобой. А ты по привычкам бежишь от меня. Ты затыкай из себя, а я простой. Но быстро нам выдать никак. Рейсов не было, придется лететь на вертолете. Ты не против? Куда это лететь? С кем? А я в командировку лечу, разве не говорила? Нет, не говорила. Правда? Странно, мне кажется, говорила. Нет? Слушай, ну, меня же там повысили. Кстати, мне аванс дали. Я, в принципе, там через пару-тройку дней могу съехать. Да ты можешь и оставаться. Я уже даже привык на раскладушке спать. Да слушай, ну это неудобно как-то. Ты с хирургом с этим едешь? Да. А что? Ты ревнуешь, что ли? Да. Ну, дурак. Слушай, такси приехал. Пойдем? Пойдем. Поехали домой, а то мне вещи еще собирать надо. Я прогуляюсь. Ну ладно, смотри. Я устала. Я ему, главное, сразу сказала, что между нами, кроме дружбы, ничего не может быть. Не знаю, он классный парень, правда, но я ему счастья желаю. Ну, чего ты там, готова? Подожди, я застряла. Давай на раз, два, три, Мось. А, все, давай, готова, готова. Раз, два, три. Ого! Круто! Только что-то короткое очень. Ну и хорошо, ножки видно. Ножки? Да. Хочешь лайфхак? Мне кажется, тебе надо что-то темненькое посмотреть. Оно тебя визуально меньше сделает. Меньше? Круто. Спасибо. Пожалуйста. Палыч, а я смотрю, ты не ты. Здорово, Михон, какими судьбами? Знакомься, Викуся. Здрасте. Садись. Классные наполнители. Ой, я так наугад просто взяла. Михон, молодой, красивый, здоровый, работящий, особенно если на него наорать. Не пьет. Ну и хватит тебя, Вика. Очень красиво танцует и увлекается такими интересными видами танца. Спроси у меня какие. Ты что? Сейчас что делаешь? В смысле, знакомлю вас. Мне кажется, вы можете быть друг другу интересны. У нее, кстати, еще одна картошка есть. Хочешь? У меня вообще-то парень есть. Ну, ты забыла? Еще она все время говорит про какого-то парня, которого я, допустим, вообще никогда не видела. Мне кажется, она его придумала. Если честно, я уже начинаю за нее переживать немножко. Знаешь, что с тобой вообще стало невозможно общаться? Может быть, это ты себе что-то придумала? У меня есть парень, понятно? Окей, ладно, есть.
Но мне кажется, это очень странно все время переживать, что он там съедет от тебя куда-то. Трястишься, ты там что-то не так сделаешь. Знаешь, что я сама разберусь, трястись мне или не трястись. У меня есть вообще-то парень. Я сейчас с ним вообще в кино иду. На близость. До свидания. А я что-то не то сказала? Я, кстати, тоже тебе перемен заметил. Научился комплименты говорить, да? Ну давай, жги. Раньше ты не смотрел на людей, как на говно. Знаете, это вопрос сугубо личного характера. И обсуждать мое семейное положение здесь... Да в другом месте же ты врешь не краснее. Я же тебя спрашивал про отношения. Да, но там это было не совсем уместно. Рифил, ну признайся, Ольга у меня женщина. Сказала. Ты представляешь вообще? Когда это надо было ей, я все бросил. Все. Я прилетел сюда, чтобы укоротить ей уши. А теперь это надо мне. Естественно, у нее сразу тур по Европе, у нее отдых на Мальдивах. Знаешь, с кем? Знаешь, с кем? Тебе лучше не знать. Спасибо тебе. Не, правда, спасибо тебе огромное. Ты очень хороший человек. Правда. Прости, что я привез тебя в эту бессмысленную поездку. Прости, правда. Слушайте, а вам передо мной вообще не за что извиняться? И мне все нравится. Правда? Угу. А я? Да. Вно. Что ты сказала? Какие у тебя нежные, тонкие губы. Такие естественные. Тонкие? Это просто обалдеть. Господи Боже. Я и забыл, что такое бывает. Угу. Такие маленькие. И почти висят.
Прости, ты неправильно поняла, правда. Ну, правда, ну, хорошо, все. Это наоборот, это замечательно. Ты просто не представляешь, как я скучал по всем этим... По всем этим естественным грудкам, по всем этим естественным губкам. Слушайте, у меня пухлые губы и большая красивая грудь. Конечно, как ты скажешь, правда. Ну не обижайся, все, забудь все, что я сказал. Ну правда. Ну, посмотри на меня. Ну у тебя правда. У тебя правда огромные сиськи. Обалдеть, поместились. Ну ладно, не закрывайся, ну я тебя прошу. Булки поднял, пошел. Ну прости меня, я же... Как ты сказала? Булки? Булки, да. Дверь там. Мы со мной так еще никто не разговаривал. Давай, булки, давай, ты пошел. Ты сказала булки. Господи, ты та единственная. Господи, все. Ну ты че ж ты не уходишь-то? Все, что ты теперь скажешь, для меня закон. Все, давай. Я удаляюсь. Удаляюсь, как только давай. Ты проснешься... Давай! Ты слепой, что ли? Что происходит? Ты кто, что-то мне перестаешь нравиться? Алло, привет, это я. Сейчас только, пожалуйста, я тебя очень прошу, ничего мне не говори, ладно? Я знаю, что ты меня ненавидишь, что я не права, но мне надо тебе одну очень важную вещь сказать. Ну, давай, говори. Ты знаешь, я тут поняла, что я очень сильно скучаю по тебе. Кто? Ты пропадаешь. Алло, ты слышишь? Что ты говоришь? Я говорю, я очень сильно скучаю. Не понял. Ты хочешь чаю? Нет, я не хочу чаю. Алло, здесь связь плохая. Подожди. Наверное, к стулю. Алло, слышишь меня? Алло. Да. Алло, я скучаю. Алло. Я скучаю. Алло, в ответ. Сейчас, подожди, я на балкон выйду. Я влюбляюсь каждый день. Что ты можешь мне сказать? Я любил бы их всех, если б никто не убегал. Я немножечко устал, посижу. Лучше бы не приходил на ту дверь. Я всегда тебя лишь люблю. Но только когда ты не бежишь. Твою мать! Но что же сделать, я вновь бегу за тобой. А ты по привычке. Ай, пожалуйста, пожалуйста! Ничего, все будет хорошо. Это кто? Слушай, кто это? Только они... Людям нужна была помощь, в общем. Неважно. Людям? Людям. А где мама? Ну она... Это за тот месяц. В следующий раз не задержим. Хорошо.
Мама, она познакомилась с парнем в социальных сетях и съехала. Мама. Да, видишь, она сильно изменилась после твоего ухода из семьи. Да что тут говорить, всех нас тут перепахало. Привет, Вик. Девушка, тут вообще-то занятие идет. Слышите меня? Нельзя в обуви. Вик, прости меня, пожалуйста. Смотри, Вик, я прежняя уродская Полина. Девушка. Вик, блин, ну прости меня, правда. Я верю, что у тебя есть парень, и ты, ну ты вообще, ты так похудела, Вик. Да, Поль, да мне все равно, что ты думаешь обо мне, о моем парне. Ну правда, ты вообще в последнее время думаешь только о себе. О том, какая ты красивая, о том, какая ты некрасивая. Ну правда, раньше ты была такая классная, с тобой было очень уютно. И вообще, с тобой было весело. Сейчас такая высокомерная, прям фу. Неправда, Вик, я такая же дебильная, Полина, ну ты что, не видишь, что ли? Нет. Можешь отойти, пожалуйста. Вик. Продолжай. Вик, 20-20. Девушка, я сейчас охрану вызову. Что ты хочешь? Вы вообще меня слышите? Алло. Аня, слушай, давай я сейчас дотанцую, потом пожрём, ладно? Давай, конечно, я тебя там буду ждать. Давай. Давай, девочки, третья связка. На счёт три. Раз, два, три. Полина! Полина! Где они? Где они? Почему ни одного не осталось? Где они все? Полина, ты не могла бы выйти? Я сейчас немножечко занят. Не надо. Где они? Господи! Спасибо. Юр, мне надо, чтобы ты для меня кое-что сделал. Ты можешь меня и бросить, как тогда? Можешь? Ты что делаешь? Уйди, пожалуйста, я не хочу, чтобы ты это видела. Ты что, серьезно? Да уйди, я тебе сказал! Ну уйду, я твоя жена. Ты меня не любишь. Ты видишь, никому я не нужен. Я неудачник, я говно. Так, Юр, подожди, ты давай спускайся, и мы с тобой спокойно поговорим. Зачем ты пришла? Ну, я даже в этом неудачник, ты разве не понимаешь? Я хоть что-то сейчас хотел, хоть что-то сделать сейчас важное. Неужели ты не понимаешь? Да ты не неудачник, Юра. Ты просто не веришь в себя. Это все у тебя в голове, ты сам себе придумал, что ты какой-то не такой. На самом деле ты молодой, здоровый, сильный мужик. У тебя два высших образования, ты просто столько дома сидел, что ты боишься уже на улицу выйти. Конечно, гораздо проще придумывать какие-то говные идеи. Я не знаю, квартиру сдать, баран домой привезти. Все в твоих руках, Юра, правда. Просто будь смелее. Пойди и отправь свое гребаное резюме.
Пожалуйста, я тебя очень прошу. Юрочка, поверь в себя, родной. Давай, спускайся, я тебя очень прошу. Как это снять? Да, ты накрутил, конечно. Саша, подожди. Ой, джинсики мои. Я их так искал. Держи, держи. Стой! Сними, Юра, сверху ее! Я вообще не понимаю, что там произошло. Слушай, может быть, эта девица? Она... Здрасте. Привет. Хотя ты меня, наверное, не знаешь, да? Пошла вон отсюда. Ты сбежала, когда ему было очень плохо. Хорошо. Слушай, я все могу объяснить. Хотя нет, не могу. Стоять! У него консультация к нему нельзя! Ой! И круговая подтяжка лица. Ой, Полина? Боже мой. Полина, Полин, я просто не мог забыть тебя, правда? Для меня это вообще ничего не значит, правда? Я не слышала стоп-слова. Илья Алексеевич, мне очень нужна атопластика, ринопластика, хоть какая-то пластика, пожалуйста. Прекратите, что вы с ним делаете? Стоп-слово. Полин. У меня только денег нет, извините, но давайте я отработаю как-нибудь. Я очень хороший технический специалист. Давайте я вам помогу с конкурсом хирургов. А, Пончик! Пончик! Такая красивая. Извините, я ее забираю по очень важному делу. Тебе нужно быть в ЗАГСе, у тебя сегодня день развода. Пожалуйста, иначе вы останетесь женатыми. Ты что, замужем? Да, мам, мы передумали. Нет, давай уже тогда иди, сейчас. Вот так ручку. Подожди, мама, ты-то чего? Ты же вроде всегда против была. Теперь я за. Мама уже за, так ручку держим и встаем. Ты чего подорвалась-то? Ты же вроде всегда против была. В машине все объяснил? Вообще-то наркоз начинает действовать. Я за. Витя. Какой наркоз? Это мой Альфредо. Мы познакомились в интернете. Тренировали английский. Hello. Он итальянец. Let's go, darling. Как по-английски быстро? Быстро. Ho capito. Девушка, милая, примите нас, пожалуйста. Простите, секунду буквально. Вот, один из супругов явилась. Она очень хочет развестись. Я вижу. Женщина у нас сочетание. Я понимаю. Уснула, в машине укачала. Доченька, что? Куда вы это? Уберите это. Я сама, я мать. Женщина, нельзя. Это не закон. Выйдите. Да она несчастна в этом браке. Я была совершенная дура. Я поощряла, но только чтобы не развелись. А теперь вот, я встретила мужчину. 55 лет. И она встретит. Ну, пожалуйста, ну не лишайте ее этой возможности. Светлана. Что? Альфредо, что, куда ты? Куда? Ничего, спать убил. Боже. Доча, очнулась. Так. Доченька, опс. А где вы? Здесь. Так. Вот где галочки? Где галочки? Здесь? Нет, я не могу. Здесь, мама, он без меня умрет. Да пусть умрет. Где здесь расписаться? Здесь? Я освобождаю тебя. Участливо. Да, кстати, я отправил резюме, и ответа пока нет, но... Тем не менее. Печать.
шеи, сейчас зрители будут запускать. Шелестите колготками. Скучал по тебе прежний, Павлович. О, я тебе как скучал, Павлович. Ку-ку. Здрасте. Здрасте. А можно Полину? Полину? Да, сейчас. А где она? Полин! Полина! О, Михон, здорово. Полину не видел? Полину? Полину. У меня аккумулятор там полетел, я запасной найти могу. Она Полину ее найти. Тут колобочками шелестит, что понял. Полина ее. Нету? Ну, нету так нету. Ну, ладно. А вы не могли бы ей просто передать кое-что? Да, давайте передам. На слово. Угу. Давайте. Передайте ей, пожалуйста, что я нашел человека, с которым могу быть по-настоящему счастлив, и что это она. Знаю, она сама еще находится в поиске, но я просто хотел, чтобы она это знала. Вот. А что в ней такого-то? В Полине? Ну, вряд ли она стала бы спрашивать, но она красивая, удивительная, умная, веселая и смелая. Она единственный человек, с которым я могу долго общаться и даже жить. Кстати говоря, я получил контракт на $1 миллион с американцами благодаря ей. Да ладно? Ну, ладно, ну не на миллион, но почти. Вот, они в восторге от того, что она придумала. Волчок танцует. Круто. Все? Ну, вроде... Вы это, меня простите? У меня просто работы много, мне надо идти. Чего-чего? Не успел. В смысле не успел? Вы там стояли 5 минут, сопли жевали, что-то не успел. Да она себя так странно вела, она бы отказала, я уверен. Да и потом, кольцо так себе, камешек совсем маленький. В смысле маленький? Мы уже с тобой целую неделю выбирали. Оля? Оля, привет! Привет. А ты что, меня узнал, да? В смысле, мы же недавно виделись. Ну да, да. Ну я же не так совсем выгляжу, как на встрече одноклассников. Как же так? Ну ты была в этом своем классном бомбере. И не такая заплаканная. Что случилось-то? Не, ничего, аллергия. А ты что здесь делаешь? Я? Только поклянись, что ты никому не скажешь. Я серьезно. Я не поняла. Можно еще разок? Че, издеваешься? Павлович, может, хватит срать? Начинаем уже. Слушай, иди с миром, сейчас приду. Ага. Ушел? Да. Вот если бы ты не показала, я бы никогда в жизни бы не заметила. Это очень мило, Поль, с твоей стороны, честно. Но я уже все решила. В общем, я в специальном приложении убрала уши. Я тебе покажу, как это будет выглядеть. Очень круто. Давай. Так, это все с ушами. Подожди. Сейчас. Ой, подожди, я ты на встрече фотографировала? Угу. Так я в группу все уже скинула нашу. А я не видела. Можешь посмотреть? Смотри. Подожди, я там такая же, как сейчас, что ли, была? Ну да. Только счастливая. О, смотри, какие вы клевые. Так друг другу подходите. Да, такое вообще редко бывает. Слушай, а ты можешь мне сейчас эти фотки сбросить по WhatsApp? О, нет. Вот все, какие есть, можешь сбросить? Хорошо.
Ага, давай, прямо сейчас отправляй. Сейчас отправлю. Я сейчас найду еще фотку без ушей. Итак, дамы и господа, наш последний участник из России, Илья Артемцов и его модель, встречаем! Давайте же посмотрим фото до. Фантастика, дамы и господа, фантастика. Мама Бластика, Рина Бластика. Внимание на подбородок. Также мы можем заметить замечательные последствия безоперационного вмешательства Эрмаш. Браво! Браво, Илья Артемцов! Ну что ж, друзья, вот и настал тот самый волнительный момент. Сейчас мы узнаем имя победителя. И им становится... Илья Артемцов! Браво! Браво, браво, поздравляю! Спасибо моей маме. Она... Мамочки, спасибо тебе огромное. Мамочка, мамочки, спасибо. Спасибо, Анжела. Спасибо тебе огромное. Ты всегда была рядом. Но сегодня я хочу сказать спасибо еще одной девушке. Раз-раз, слышно меня, да? Я хотела кое-что сказать. Сейчас. Полистай, пожалуйста, на фото до. Все, хватит. Давай теперь на после. Как вы, наверное, все уже поняли, я не делала никаких операций. Короче, я хочу сказать спасибо Илье Алексеевичу и другим врачам за то, что они дают женщинам возможность почувствовать себя красивыми. Но есть такие, которым не поможет миллион операций. Им надо хорошенько долбануться головой, чтобы понять, кто они есть. Вот я, наверное, такой человек. Красотка, жги! Я очень сильно ударилась головой и стала думать, что я красавица. Хотя внешне, конечно, ничего не изменилось. Я какая была, такая осталась. Но я стала еще вести себя так, что окружающим им, ну, просто ничего другого не осталось, кроме как смириться с тем, что я теперь красотка. Я полюбила себя. И каким-то волшебным образом все стало меняться. Сначала по мелочи. Я там ноги побрила. Юбку короткую купила, от мужа ушла, который меня поколачивал. Привет, Юра. Прости. Ну, сейчас вообще не об этом. Просто меня абсолютно вообще перестало парить, кто что обо мне думает. Кто как на меня смотрит, как оценит там какие-то мои поступки безбашенные. Нет, я, конечно, не призываю, как бы, эй, ребята, делайте все, что в голову придет. Нет. Но просто я хочу сказать, пожалуйста, не бойтесь делать то, что, как вы считаете, сделает вас счастливыми. Не знаю, там, сделайте операцию, если вам хочется. Смените работу. Пошлите кого-нибудь. Или признайтесь в своих чувствах. Как часто мы этого не делаем? Не знаю, от неуверенности в себе, да? Илья Алексеевич, я тебя люблю. Анжела, ты молодец. Молодец. Вот просто сокровище, Илья Алексеевич. Присмотрите. Михон, давай первое конфетти. Парни, первое конфетти. Thank you.
Прости, я... Я правда испугался сегодня. Дай, пожалуйста. Полин, я... Ты... Полинка. Что сказать хотел? Полин. Полин, будь моей женой. Ну, один вопрос. Никто не смеет винить, что мы больше, чем друзья. Второе конфетти. Что мы больше, чем друзья. Я тебе потом могу это просто еще за руку. Не переживай так, Вера, да? Чувствую я с тобой, что мы больше, чем друзья.